Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Вера Ванюкова. Сегодня я вам расскажу и покажу, как я убираю чеснок. И какой чеснок у меня вырос. Друзья, как же узнать, что наступило время уборки чеснока? Самый верный признак – это мы оставляем одну контрольную такую стрелу. Видите, она выпрямилась уже. Но не треснута, головка еще не треснула. То есть время уборки чеснока уже, конечно, настало. Нужно убирать, тем более лето у нас сейчас, именно вот эти дни пошли дождливые. Каждый день с 12 июля дождь, дождь и дождь. Поэтому нужно убирать чеснок срочно. Друзья, не знаю, как вы, но я все время вот делаю, откапываю. Видите, землю от чеснока где-то на неделю, перед тем, как убирать чеснок за неделю. Итак, я, знаете что, вот смотрите, я начинаю, его даже не нужно подкапывать. Он прекрасно вытаскивается без всяких усилий. Потому что много влаги, много воды. И поэтому, видите, совсем легко-легко чеснок вытаскивается. Видите, без всяких усилий. Я считаю, что чеснок у меня неплохой. Сейчас я выкопаю весь и вам его потом покажу. Вот видите, практически без усилий, без подкапывания, я спокойно вытащила чеснок. Если быть уверенным, что дождя не будет, то можно чеснок, и хорошо бы его оставить прямо на земле для просушки. Но поскольку у нас дожди сейчас зарядили, придется мне чеснок убрать под навес. Хорошо проветриваем место. Ну, такой чеснок у меня вырос. Не сказать, что прямо сильно крупный, но и не мелкий, друзья. Как говорится. Друзья, отрезать вот эти мочковину, мочку, эту не надо. Мы оставляем на просушку все вместе, вот как оно есть. С этой зеленушку тоже обрезать ее ни в коем случае нельзя, потому что все питательные вещества, которые вот зелень, они перейдут сюда, в чесночину. Сам чеснок. А после просушки пройдет недели две, вот, мы уберем уже примерно сантиметров 15, я оставляю и обрезаю. Аккуратненько обрезаю вот здесь. Тут все просохнет, земля уже хорошо будет отваливаться. И вот так вот я его обрежу. Вот так. Так что довольно-таки хороший чеснок вырос. Я довольна. Я вам сейчас пройду, покажу. Ну, в общем, такой. Дальше не пойду уж. Так вот. Вот таким образом, друзья, я разложила чеснок под навес. Ни в коем случае нельзя оставлять его на солнце. И пускай он теперь дозревает, просушивается. Землю убирать не стала. Зелень, я повторяюсь, ни в коем случае убирать не надо. Потому что все полезные свойства будет еще головка забирать с зелени во время просушки. Чтобы чеснок при хранении не прорастал, не плесневел, а также не высыхал, нужно перед тем, как сложить чеснок на хранение, я обычно подпаливаю донце над огнем. И такая процедура продлевает срок хранения и не дает чесноку расти.
Храню я обычно свой чеснок в стерилизованных стеклянных баночках с плотной крышкой. При этом я пересыпаю его солью. Друзья, всем, кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч!